Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віка». У прямому ефірі стартує програма «Відкритий діалог». Сьогодні гість нашої студії Іван Сухарьков, депутат Черкаської міської ради, фракція «Об'єднання Черкащани». Іване, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, поговоримо сьогодні про сесію міської ради, яка відбувалась сьогодні, про ті важливі рішення, які депутати там ухвалювали. Сесія розпочалась, засідання було в п'ятницю, сьогодні знову. Ваші враження загалом від сьогоднішнього засідання, як ви можете його оцінити? Сьогоднішнє засідання пройшло конструктивно, в отличие от засідання, яке було в п'ятницю. Ми настаювали, і не тільки наша фракція, також фракція ПВД, фракція УКРОП настаювала на те, щоб всі питання, які стосуються бюджету, прошли обязательно через комиссии профильные, соответственно, бюджетную комиссию. Но за инициативой департаментов бюджет был подан, был подан без рассмотрений. У нас было очень много вопросов, и мы настаивали на том, чтобы сначала пройти, а потом уже вынести на сессию сгоженную позицию. Вот сегодня это и произошло. Мы собирались в субботу, провели полностью раздельный разбор каждого пункта бюджета. В 8:30 сегодня было повторное заседание комиссии бюджетной, на которой мы ухвалили решение по бюджету, вынесли его на сессию и, наверное, первый раз за все время нормально, быстро проголосовали это решение. Ну, дійсно, швидко дуже. Сьогодні всі питання, 10 питань, які були винесені там за 1,5-2 години, мабуть, так, розглянули. Да. Тобто, ви думаєте, це так швидко трапилось саме завдяки такому детальному попередньому розгляду, да, який був? Звісно. То що, треба перед кожною сесією, ви вважаєте, настільки ретельно кожне питання перевіряти? Це деньги громади. Якщо відноситися до цього питання спустя рукава, лишати ці питання з кондачка, нічого не вийде. Ми і так бачимо, в якому ситуації знаходиться міст. І дороги, і здравоохранення, і освіта. І тому кожен пункт має бути відроблений, розглянений, винесений вже з поправками. Вот то, что сегодня и происходило, и вы знаете, мы сегодня многие вопросы, которые поднимались, мы их просто срезали. Ну, внесення змін до бюджету – це найважливіше все-таки питання, я вважаю, яке сьогодні розглядалось. Які саме зміни бюджетна комісія підтримала, можете сказати? Да, конечно. В бюджет були внесені пропозиції від департамента департаментов. И одна из таких позиций – это был ремонт туалетов в Черкасском міській раді. На 160 тысяч гривен. Мы прекрасно понимаем, что эти деньги не смогут быть освоены до конца года. Кроме того, мы проанализировали ситуацию. Этот туалет должен быть для инвалидов. Мы делали точно такой же туалет за 45, а тут 160. Поэтому было очень много вопросов. По этому вопросу мы его сняли просто с повестки. Также дополнительно выделялось 150 тысяч на ремонт Черкасской міської ради. Это тоже была пропозиция полностью снята с рассмотрения. Вопросы были по скверу «Юность». Выделялось 410 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что эти деньги до Нового года не будут освоены. Они касались и озеленения, и защиты природоохранного фонда. Единственное, что мы изменили, и мы оставили в 15 тысяч для ортофотопланов, для юбилейного парка, для того, чтобы можно было провести свободную зону Wi-Fi, тем более есть инвесторы и люди, не пойду уже для нашего города, которые готовы за бесплатно это все сделать. Единственное, что мы идем как бы со стороны города им навстречу, готовим документацию, и они уже по этой документации проводят бесплатно нам Wi-Fi в парке 50-летия или парке юбилейном. Много было вопросов, связанных с медициной, ну, мы их проголосовали, но все равно вопросы остались. В дальнейшем мы будем разбираться и контролировать эти процессы для того, чтобы наши люди могли получать вовремя нормальные услуги в нашем городе. Ну, повертаючись до цього питання з туалетом за 160 тисяч, ще минулої п'ятниці привернуло багато уваги, обговорення було цього питання. Це один туалет за 160 тисяч? Так, це один туалет на першому поверсі має бути. Ми прекрасно розуміємо, що це, ну, совершенно не та ціна, яка має бути на самом деле. Нужность его, мы согласны, что обязательно нужен туалет для инвалидов в міській раді, но не за такие деньги. Еще раз повторюсь, 45 тысяч на Дружбе народов с совершенно там очень дорогой плиткой, красивой сделаны. Если мы делали в этом году ремонты в школах, то большие туалеты для школьников, тоже с качественных материалов, стоили где-то порядка 80 тысяч. А тут маленький туалет и такая сумма, поэтому все депутаты практически поддержали это решение, чтобы снять эти деньги.
Звідки взялась ця сума 160 тисяч? Чим її аргументували? У нас есть, во-первых, субвенция государственного бюджета зашла, во-вторых, некоторые категории мы не смогли, допустим, освоить в течение года, и поэтому было перераспределение денег, и они как бы, в бюджете оставалась сумма. Вот это самая большая проблема, то, что когда заканчивается бюджетный год, большие суммы остаются в бюджете. И чтобы и департаменты пытаются под шумок, или там смотрят на необязанность депутатов, пытаются протолкнуть такие решения. Вот сейчас на самом деле сложилась такая ситуация, что в Раде 14 старых депутатов. Все остальные это новые молодые люди, которые хотят на самом деле изменить. И когда они берут такие вещи на контроль, то, соответственно, невозможно протянуть вот такие вот выдуманные или высосанные из пальца решения. И я думаю, что в дальнейшем Рада будет также работать, по каждому вопросу будет принимать конструктивное решение, рассматривать его правильно и дальше. Вся громада увидит, що на самом деле город міняється. Дивіться, ви кажете, на кінець року бюджетного залишаються великі суми. Чому? Чия це вона, що кошти залишаються не використані? Во-первых, бюджет нашого города був прийнятий тільки в маї. Потім проходили тендерні процедури или оформлення документів на роботи, которые. І многі не успели просто їх освоїти. Департаменти просто не успели їх освоїти. І зараз ми це бачимо, як у нас зараз ремонтуються дороги, коли практично вже зима і асфальт ложится, и пытаются поставить окна когда, в садиках, в школах, когда уже, в принципе, температура воздуха практически нулевая или там минусовая. Это все неправильно, надо это корни менять, нужно вовремя принимать бюджет, вовремя подписывать договора, не саботировать их и работать просто для блага нашего города, для людей, которые здесь живут, для тех же самых школ, садиков, медичных установ. Ці зміни до бюджету, про які ми от зараз з вами говоримо, ви розказували, що в суботу збирали, сьогодні зранку збирались, обговорювали, але ж все-таки хотіли в п'ятницю без обговорення ухвалити ці зміни. Як ви думаєте, чому? Просто за кожним рішенням хтось стоїть, ви ж самі прекрасно розумієте. І люди думали, що це пройде. Ті люди, які подавали такі проекти необдумані, вони думали, що воно пройде, депутати не побачать в ньому підвоха, да? І ці роботи пройдуть. Но у них это не получилось. Так как не получилось срезка деревьев по 5000 гривен за штуку, допустим, на юго-западном районе, на садике 79-м. Потому что мы меняемся, город меняется, люди, которые приходят, людей, которых выбирают, это уже не те депутаты, которые были раньше. Мы берем вожжи правления в свои руки. Я думаю, что ни одна копейка лишняя с бюджета на такие вот вещи не уйдет. Только по назначению, с проверкой, совсем и обязательно с громада будет об этом знать. По каждому проекту, вот это лично моя позиция, громада должна знать цифры, как, что, кто подрядчик. И дальше будет только лучше, я думаю. Ну, я думаю, что багатьох цікавить, на зимове прибирання вулиць якісь кошти залишили? Да, конечно. У нас было выделено порядка 3 миллионов, но мы в этом году, за счет того, что у нас есть, мы поснимали вот таких проблемных вопросов, мы добавили еще 1,5 миллиона на зимнее прибирание улиц. И я думаю, что это будет нормально, так как бюджет мы еще не знаем, когда будет принят. У нас государственный бюджет еще не принят. И поэтому мы войдем, скорее всего, в январь с тем, что бюджет еще не будет сформирован. А нам нужно будет отремонтировать дороги, поэтому мы заложили большую сумму, чтобы, есть такое понятие, как 1/12, что сентябрь может финансироваться на один месяц, как предыдущий год. Мы подняли сумму на зимнее отремонтирование, чтобы деньги были у подрядчика, и он смог в полном объеме осуществлять уборку улиц. От щодо доріг, продовжуючи цю тему, ваш колега, депутат Павло Карась, сьогодні на сесії виступив з ініціативою перевірити якість робіт з ремонту вулиці Руставі. Він казав, що там асфальт після ремонту з першим дощем просто зник. Яке все-таки рішення ухвалили депутати? Комісія все-таки створена? Так, да, створена комісія при помощі всіх партій, які зайшли зараз в Черкаську міську раду. Кожна партія дала свого представителя туди. Насколько мне известно, это фирма «Черкас Интерстрой». Она уже несколько раз у нас возникали по ней вопросы по асфальтированию. Депутат Халай, бывшего каденции, он ее возглавляет. Я думаю, что это не просто должно быть решение по одному только Руставе. У нас также возникают вопросы и по Молоткова улице, и по Вербовецкого, и по Ильина, которые то же самое ложились в эту же пору року, да, и где асфальт уже постепенно выкрашивается. Это нарушение технологий. Комиссия должна не только сейчас Руставе проверять. Я думаю, что нужно поменять в голове,
нужно поручить этой комиссии полностью контролировать процесс. Процесс укладки дорог, чтобы у нас было у депутатов и, соответственно, у громады места была полностью вся картина, какие соблюдаются ли нормы, есть ли та температура асфальта, которая должна быть. И тогда я думаю, что вот эти вопросы с ямочным ремонтом, с неправильным ремонтом дорог, они уйдут просто, канут в лето, потому что депутаты, ну, еще раз повторюсь, депутаты на самом деле хотят изменений, большая часть. Поэтому я думаю, что вопросы в этом году уже, она покажет, и комиссия, и депутаты покажут свою работу. Я нагадаю нашим глядачам, в ефірі телеканалу «Віка» у прямому ефірі програми «Відкритий діалог». Сьогодні ми говоримо про сесію Черкаської міської ради, яка сьогодні і пройшла, про ці важливі рішення і питання, які там розглядались. Гість у нашій студії Іван Сухарьков, депутат Черкаської міської ради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Черкащани». Іване, ну давайте поговоримо ще про інші теми, які сьогодні на сесії зачіпали. Зокрема, було дуже таке емоційне, як на мене, звернення атовців, представник воїнів, які на Сході. Що ви думаєте з того, що він казав, що міська влада не йде на зустріч воїнам АТО у тому, щоб перейменувати черкаські вулиці іменами героїв полеглих? Моє особисте мнение, то, що центр міста должен носити історичні названия. У нас зараз порядка 24 вулиц, які должны носити історичні названия. И те улицы, у нас где-то порядка 120-130 улиц, остальные, я думаю, малого значения, они находятся по всему городу, и там обязательно, обратно же с оглядкой, там, где жил этот человек, у нас сейчас вопрос стоит по 21 человеку, который погиб у нас от Черкас в зоне АТО, однозначно должны такие приниматься решения. И на самом деле патриотическое воспитание молодежи, вот именно через такие вещи, оно будет намного легче, и правильнее будет для наших и жителей, и города, они будут видеть на самом деле, знать, что на этой улице жил человек, который отдал свою жизнь за защиту интересов нашей громады, громады Украины. И так обратно же через школы, через садики можно это все вносить, все это делать и развивать патриотически нашу молодежь. А то, что топонагическая комиссия никак не принимала решений по бойцам АТО, я считаю, что это недопустимо. Что эти все вещи должны обязательно обсуждаться. Любая пропозиция, которая должна надаваться в Топонагическую комиссию, должна приниматься, рассматриваться. Есть депутатский корпус, есть мирская голова, есть обратно же Топонагическая комиссия. И мы только будем за. Чому до цього не було зроблено? Сьогодні, я так розумію, запропонували представників АТО включити до топонімічної комісії, щоб вони там відстоювали свої інтереси. Як ви думаєте, чому раніше не можна було цього зробити? Ну, насколько я знаю, сейчас в топонимической комиссии постоянно нету кворума. Мое решение, мое личное мнение, что нужно обязательно вводить туда новых людей. Да, есть историки, есть археологи, но должны люди, которые будут простые, из громады, которые тоже хотят изменений. Вот сейчас сегодня у нас Лука Ильич Станислав поднимал вопрос по изменению улицы Чекистов на Привокзальную. Были собраны подписи, вы знаете, там порядка 5 домов, 300 подписей. То, чтобы изменение было улицы. И громада должна здесь просто более активно входить в управление городом. Пусть это будет называться так, громко управление городом, но это реальные изменения. Только за счет активности граждан мы можем что-то менять. И вот так, это один из таких случаев просто. Топонимическую комиссию, обратно же говорю, нужно вводить новых людей, и они будут работать уже на благо по-другому. Ну, ще одне запитання, яке також цікаве сьогодні було на сесії, це говорили про зарплатню Черкаського міського голови. Отже, 3219 гривень, да, якщо я не помиляюсь, зарплата міського голови. І там 145 ще... За ранг. Да, это его зарплата, плюс идет у него и премия, и оздоровительный. Мы сегодня, наш Павел Карась, член нашей фракции, предложил, так как мэр города у нас проработал мало, только месяц, то ни материальную помощь, ни оздоровительную ему до конца года не выплачивать. Что было, в принципе, поддержано и депутатами, и местным главой. Я думаю, что это нормальный жест навстречу громады, правильное решение. В дальнейшем, я думаю, что он покажет себя. Ну, а как покажет, тогда и будем уже решать, как материально, какая материальная выговорота должна быть у работающего мэра или не работающего мэра. Не будет работать, будет смотреть по-другому. Ну, тобто це рішення, воно діятиме до кінця року, да? Да, до конечно, кінця 2015-го. Да. Але заступника міського голови премії залишили. Ну, так як у нас ще ісполком старий не ушов, поки не буде вибран новий ісполком, ми не знімали з них ні надбавок, ні премій, ну, поэтому вони остались. Ну, я думаю, що зараз вже ми розмовляємо о тому, щоб утвердити новий ісполком. Я думаю, що будуть підключатися всі фракції, громада нашого міста, щоб ми
убрали старый і, соответственно, вже ввели новий исполком, який буде працювати. Ви багато кажете про громади, а що ви думаєте щодо цієї ініціативи, яка зараз впроваджується у Черкасах, громадський бюджет, коли люди самі пропонують якісь пропозиції і отримують кошти на їхнє втілення? Що ви думаєте з цього приводу? Я повністю за цей проєкт. Єдине, що я би хотів, щоб цей проєкт був все-таки більше всегородський. Чтобы это не было какие-то местные маленькие проекты, это был более такой глобальный проект, который бы могли бы, был нужен, допустим, не только там, одному дому, или там, одному садику, или школе одной, а именно для всего города. Поэтому начало, конечно, хорошее заложено. В дальнейшем, я думаю, что оно будет изменяться, видоизменяться, потому что я за большие проекты. И когда жители города участвуют, напрямую участвуют и голосуют на сайте за тот или иной проект, это уже участие. Они не должны просто быть пассивными, они должны понимать, что их голос что-то решает. Ну, есть там небольшие недолики по банковской системе. Я знаю, что очень многие, то есть там есть банковская система, банкит, которая позволяет голосовать. Но многие не могут, ну, боятся отдавать свои номера карточек. Поэтому здесь надо тоже посмотреть, там полностью все данные даются. Посмотреть, может быть, какой-то еще элемент, чтобы уже вся громада, допустим, могла участвовать. Там несколько банков. Есть, допустим, карточки банков, которые не там учитаны, ну, обслуживаются люди. Поэтому надо просто смотреть и принимать решение, чтобы как можно больше верст населения могли участвовать в этом голосовании. Ну, там еще был вариант, можно было особисто прийти, там заполнить первую анкету. Да, это еще важче, мабуть. Да, это еще важче. Конечно, сейчас идет полностью там технологизация, технократия. Да. Каждый человек может, не выходя из дома, с мобильного телефона проголосовать. Это намного легче. Просто нужно расширить просто этот, возможности. И я думаю, что каждый житель, который не будет нужны громадские проекты, он будет участвовать в этом и поддерживать их. Ви самі ознайомлювались з проектами, які подавали Черкасті? Щось цікавим вам здалось? Ну, я смотрел, я вам скажу, що є цікаві проекти по школам. Но обратно, моє личне мнение, то, що вони більш локальні. Я би хотів все-таки видіти більш глобальні проекти, які могли б змінити город візуально. Наприклад, такі проекти, вот як, допустим, застройка набережної, да? Парковая какая-то зона. То есть глобальные большие проекты, которые потом нашли отклик. И финансирование, соответственно, от депутатов. Потому что на данный момент это небольшое финансирование. Но надо идти дальше, я думаю, что оно будет так идти. И электронное голосование наших жителей все-таки будет носить какую-то ключевую форму и ключевой момент уже в голосовании бюджета и ПСРов на, ну пусть будет на 2017 год. Я так розумію, люди створювали проекти щодо того, що їх оточує. Кожному болить щось своє, кожен хоче вирішити якусь маленьку локальну проблему, а для того, щоб розробити проект для цілого міста, людям би довелось об'єднуватись якось. Можливо, цьому складність, що люди ще не дуже готові об'єднуватись. Кожен хоче своє щось отримати. Ну, не то, що все своє. Ні, понятно, що проекти, він вже проект сам по себе розуміє якусь об'єднаність громади. Да? Ну, пусть це буде, воно ще просто локальне. В более широком, я говорю, я еще раз говорю, я за более широкое понимание этих вещей. То есть, допустим, разработка тем же там, памятника проекта там, «Война МАТО». Ну, оно всех объединяет, я думаю. Потом вот у меня есть предложение, там, допустим, по той же самой набережной. У нас пустые, получается, склоны от, по улице Гагарина, от долины Роз, примерно, до Бочки той же самой. Можно сделать прекрасный проект, прекрасную набережную. И это вообще это жемчужина нашего города, да, наш Днепр. И мы его сейчас, получается, мы как бы его отталкиваемся от этого, от того, что нам Богом дано. Надо развивать, надо вкладывать деньги, чтобы приглашать сюда за счет того, что у нас такой красивый город, туристов не будут приезжать. Там же у нас и клуб можно сделать по-нормальному, да. Сделать можно парк, развлекательную какую-то зону. И когда это все объединяется вместе, там, допустим, с велосипедными дорожками, с парковой зоны, парка юбилейного, это будет прекрасный проект. Можно это все вносить, а потом уже будем дорабатывать. Есть проектные глобальные организации, которые могли бы уже дальше включиться в эту работу, но на основании жителей города, да, вот волеизъявления, уже дальше работать. От, до речі, ви казали щодо того воїнів АТО, меморіал, якраз знову-таки сьогодні підіймалось це питання на сесії. І от казали бійці, що вони хочуть десь у центрі міста. Чи можливо, на вашу думку, дійсно створити цей меморіал в центрі міста? Я думаю, да. У нас есть Аллея Славы, у нас есть нормальная территория и возле парка, возле Дружбы народов. Надо просто рассматривать разные проекты и уже обратно же спросить, разместить на сайте той же самой Минской Рады и сделать опросник по нашей громаде, как громада отнесется в том или ином месте по этому проекту.
Я считаю, то, що можна. Іван, дякую за ваші відповіді. Я думаю, що ми найнагальніше таке все обговорили. Дякую вам ще раз за спілкування. Нашим глядачам нагадаю, у прямому ефірі на телеканалі Віка була програма «Відкритий діалог». Гість нашої студії сьогодні Іван Сухарьков, депутат фракції Всеукраїнського об'єднання Черкащани у Черкаській міській раді. На цьому ми прощаємо з вами до наступних зустрічей.